Вот и долгожданная атака ведущего Светаева забивает Головин. Осталось мало до плей-офф. Все равно ждем еще ребят, Мальцев, Локтионов, там еще ребята, Филин. И потихонечку нужно уже, наверное, входить в режим плей-офф. Вот. Все такие игры будут, как сейчас с Локомотивом, жесткие, как бы силовые, поэтому нужно готовиться, отбрасываться от шайбы. И так, я думаю, у нас хорошие шансы, если будем играть в наш хоккей спартаковский. Виктор Николаевич Пачкаев. Пачкалин, чемпион Советского Союза в составе «Спартака». А кто в составе «Спартака» является чемпионом мира? Их трое. Поехали. Локтионов. Раз. Ковальчук. Два. Бурмистров. Ковальчук. Илья Ковальчук. Их трое. Три Ковальчука. Бурмистров. Может быть, Бурмистров? Бурмистров. А почему смеетесь? Он красавчик. Локтионов. Локтионов. Ру. Да не Ру, а Ло. Ло. Локтионов. Двести шайб первыми достигли этой отметки в КХЛ. Это воодушевляет? Ну да, хорошо, что забиваем много. В этом матче не получилось много забить, поэтому, наверное, проиграли. Всех болельщиков. Без вашей поддержки нам будет тяжело.